Приветик, с вами, как всегда, ваш любимый Тёма, Артёма, как вы так и называете. И сегодня у нас третья серия «Гоняю на тачке». Сегодня у нас песня «Лай-лай-лай-лай». Ну, я долго песни для этих тачек, ну, чтобы как на катание для тачек искал, прям очень пипец как долго, целых 2 дня. Поэтому я заслуживаю лайка от вас. Конечно же, королевская подписочка. Но если вы хотите не пропускать новые ролики, но это уже по-вашему, то, конечно же, ставьте колокольчик. Это только после подписочки. Ну что ж, погнали!
ж, ребят, вот такая вот гоночка появилась перед вашими экранами. Надеюсь, вы досмотрели до конца. И, ребят, скоро выйдет очень секретный ролик. Если вы хотите посмотреть этот секретный ролик, который выйдет послезавтра, то скорее нажимайте на красную кнопочку подписаться. А если вы уже подписаны, то я вас обожаю, люблю и ценю. Ну что ж, этот ролик будет очень такой как бы необычный. И он выйдет, конечно же, послезавтра. И будут видеть этот ролик только кто с подписочкой. Ребят, надеюсь, вам понравилось музончик. Понравился, как хотите, так и называйте. Короче, это просто пушка. Мне очень понравилось, как я гонял. Вам, надеюсь, тоже. И надеюсь, вы будете смотреть дальше мои ролики. Не будете просто подписываться и уходить с моего канала. На этом все. Подписывайтесь также на моего друга, партнера, как так и называйте. Короче, интересный Денис. Набирайте и подписывайтесь. Он почти уже обогнал меня, а может уже обогнал, я если честно не помню. Но у него уже там 34 вроде как подписчика. На этом все. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.